Весеннее настроение в стенах спортивного комплекса «Олимп» помогли создать организаторы открытого чемпионата города Конаково по настольному теннису. Гости и участники в очередной раз убедились, что этот доброжелательный вид спорта успешно развивается на конаковской земле. В этот раз к нам приехали гости со всех уголков Тверской области – Дубны, Москвы и Солнечногорска. Всего 150 спортсменов. Конаковской среди них было 8. С утра состязали самые маленькие теннисисты. И эти встречи никого не оставили равнодушными. Было много радости, но не обошлось и без слез. Эмоции в день турнира переполнили каждого участника. А после детских встреч состоялась торжественная церемония открытия. Почетных гостей собралось много. Перед спортсменами выступил директор спортивного комплекса «Олимп» Сергей Салдин. Представитель городской администрации Сергей Никишин поздравил участников от имени главы города Конаково Валерия Максимова. Пожелать удачи поспешила и президент Федерации настольного тенниса Тверской области Ирина Борисова. Сразу же наградили и самых маленьких спортсменов. А поскольку турнир состоялся накануне Международного женского дня, то особенно хочется выделить женский пьедестал. Зашли на него жизнерадостные теннисистки из Дубны. Мне кажется, это были самые мои в Конаково лучшие соревнования. Я хотела получить кубок и занять первое место. Я и заняла. Мне нравится, я уже третий раз. Раньше я не занимала, но занимала пятое-шестое место. А сейчас я заняла третье место. Я рада. Второе место, это тоже хорошо. Мне очень понравились ваши соревнования. Я очень рада. Главное, что Дубна заняла пьедестал. На этом церемония не закончилась. Организаторы турнира решили отдельно поблагодарить и спонсоров. Ведь помощь каждого из этих людей – как кусочек пазла, без которого картина не была бы полной. И настольный теннис не смог бы развиваться так активно. Но вернемся к главному действию соревнований, которое развернулось за игровыми столами. В рамках открытого чемпионата и первенства города Конаково был проведен и спонсорский турнир. Его организатором стал Олег Пинчук. И ценные призы были предоставлены его мастерской. Парный турнир прошел в новом экспериментальном формате. Команды играли до 31 очка, а не по количеству побед, как это делали раньше. Заявились 24 пары, и каждый теннисист таким форматом остался доволен. А значит, теперь это станет доброй традицией. По итогам всего чемпионата города конаковских спортсменов среди призеров было не так уж много. Наша гордость Юлия Останина завоевала второе место. А уже на этой неделе Юля и Иван Полюдов отправились на чемпионат ЦФО в составе сборной Тверской области, который проходит в городе Орехово-Зуево. А Конаково уже начинает активную подготовку к открытому первенству среди ветеранов, который пройдет 25 апреля. К участию приглашаются все желающие старше 30 лет.